В Поволжской области сегодня избиратели ждут на 484 участках для голосования. На 387 из них пройдет двойное голосование. Принять участие в референдуме и выборах местной кенеши смогут более 580 тысяч избирателей. В Волжской области на 1501 мандат претендует более 3000 кандидатов. В городе Узген выборы пройдут по пропорциональной системе. В остальных районах по мажоритарной. В городе Ош в 8 часов утра открыли 73 избирательных участка. Здесь электорат принимает участие только в референдуме. Выборов в горкенеш нет. В списке включены около 119 тысяч граждан. Во время референдума на участках для голосования будут задействованы 364 оператора, 50% из них – работники ГРС. Я как независимый наблюдатель не могу свою оценку ни по какому вопросу высказывать. То есть, соответственно, на данный момент меня все устраивает. Нарушений на данный момент я пока никаких не заметил. На окончательные итоги подведем по окончании референдума.